Сегодня 18.10, по телефону 112 поступило сообщение об обрушении перекрытий в недостроенном частном доме в селе Капанище Лискинского района Воронежской области. По информации заявителя, под завалами дома могли находиться дети. Незамедлительно на место происшествия выдвинулись представители поисково-спасательного отряда города Лиски и представители пожарно-спасательной части МЧС России. Также к разбору завалов был привлечен кран, предоставленный местной администрацией. По состоянию на 19.30 поисково-спасательные работы завершены. К сожалению, из-под завалов извлечены тела трех детей в возрасте от 7 до 12 лет. На месте работают правоохранительные органы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.